В результате неосторожного обращения с газовым баллоном в одном из гаражных кооперативов Мурманска погиб молодой мужчина. Сейчас следователи устанавливают детальную картину произошедшего. Рано утром 14 декабря в Следственный комитет поступило сообщение. В гаражном боксе на улице Гвардейской обнаружено тело 28-летнего мурманчанина. На место происшествия выехала следственная группа. Специалисты установили, мужчина производил работы с газовым баллоном и не соблюдал технику безопасности. Он старался приспособить к нему дополнительные механизмы. В какой-то момент конструкция взорвалась. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Следствием проводится необходимый комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет вынесено процессуальное решение.